Вот еще одна марка, бренд Antica Sartoria. Sartoria. Sartoria, Antica Sartoria. Надо еще научиться говорить. Посмотрите, какой большой стенд. Это вот все их. Более 400 моделей. Есть такая более пестрая коллекция. И переходим в более лаконичную. Летний ассортимент будущего года. Можно ходить куда угодно. Там даже джинсы есть. Уровень цен от 14 евро за тунику. Ну, самое дорогое 80. 80 это платье. Это платье уже самое дорогое. Дизайнер тут хотел подойти. Не очень любит, когда снимают его произведения. Все это тоже Татьяна Чеченева представляет в России. К ней можно обращаться. Марка будет на выставке Линжери Форум. Для тех, кто заинтересуется, самое время подъехать, познакомиться с ней поближе. Так что, пожалуйста, смотрите. Материалы тоже натуральные, да, используются? Есть натуральные ткани, хлопок, лен и есть полиэстер. Хлопок, лен, полиэстер. И современная ткань, как бы любят его использовать на пляже. Производство Индия, но дизайн, креативный дизайн итальянского известного дизайнера. Вот мы ее не очень разрешаю снимать, поэтому будет у нас короткий совсем репортаж об этой марке. На выставке можно познакомиться.